Вот эта дорога куда ведет? Вот эта дорога ведет в Москву. До города. До города какого? До города Керчи. А та дорога мы проехали раньше. Она под этим будет уходить туда. Туда на Крым, да? А это объезд наш. А вот это вот? Это сын моста. И далее? Вот он будет под деревом, вот дорога вот там вниз, вот вниз. Вот это на Крым пойдет. На Крым, да? Дело в том, что вот все время плакались, говорит, ну, вот это такое, да, будет, да, шоссе. Да, будет, да, нестись. Развязки, это развязки. Оттуда от вас. Это развязки, да. А вот это, где мы едем, что будет? Это тоже будет. Будет параллельно. Не должно быть этих пробок, так. Там. Да. Понятно. А уже поезд пойдет. Ну, там, куда дорога накрыта? Там на поезд, наверное, еще ничего не построили. Нет, только начинают. А просто интересно, вот там поселок, да? Да. Какой-то. Женька где живет? Там где-то. Ой, еще дальше. Она возле нас, только в другую сторону. Я пока не знаю. Нет, ну добро это. У нас раньше дача была, вывозили ее. А вот это вот сейчас дорога пошла, это не значит... Знаю. То бишь, как все время плакались, этот Мазулин, ну, который мне говорил, что все время он и работает, и сайты смотрит. Мы сейчас боремся, чтобы Керчь не оставили без съезда. О, там Керчь будет без, ну, съезда в Керчь. Ну, это глупость, конечно. Нет, ну, никак туда не думал оставить Керчь. Да? И становится. Да? Ну, это старая становится. Остатки этого леса, да, который, да, тут, да, все время мы проезжали, да, да, да. Все равно был такой низенький. Да, там никогда большой не был. Ну и не мог быть. Нет возможности. Но был. Это не оскорбление. Вот как ты говоришь, вот как пацаны говорят, чувак. Пацан. Чувак. Нет, ну пацан, да. Ну это молодые все. Да. А вы говорите, чувак, идем там. Да, да, да. Это да. Нет, а вообще-то, если как мы там этот баран какой-то, да, там. Да, 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 да. Так и это фацит. Не, только, не обидно. Не обидно, если говорить, ну фацит, а этот фацит, ну и так далее. Угу. Хотя к нему, ну долго я уже не обозрю. Ну вот я говорю, так что, ну я еще не втянулся, я все равно вставал вот 6 вот часов. Это. Ну только с другой стороны. Просто. В 6 часов я встаю, я уже не могу спать. Ну это. Ну, слушай, ну 27-то лет. Старческое. Нет, 27-то лет вставание в 5 часов, 4:30, знаешь, каждый день на работу. Не считая выходных и праздников. Старческое это не так страшно. Меня это. Некоторые что-то при этих словах начинают это. Гневаться, раздражаться, это мне без разницы, старый я или молодой. Главное, что жить, пока живется. Или нет? Правильно. Конечно, хотелось бы быть бодрым и так далее, гонять как этот самый и прочие там, то, что дано молодым, вещи. Не всегда получается. Но, как говорится...